Мы сейчас находимся около Луны, и я задал вопрос, кто находится из существ на Луне? Еще раз повтори, пожалуйста. В основном рептилии. Рептилии и люди, да, ты говорил? Рептилии в рабстве. И люди, которые находятся в рабстве. Дети. Что они там делают, люди, дети? Чем они занимаются? Некоторые из них как подопытные. Некоторые просто как рабсила. Угу. В них вживлены импланты в районе пупка, где находится энергия жива. Угу. Ими пользуются просто как роботы. Как рапсила-робот выжимает из них все соки. Там находятся астральные души людей или биороботы, да? Да. Это те случаи, когда похищали людей с Земли, они там находятся. Но там души, которые не очень осознанные. Осознанно они не могут туда забрать. Люди, которые свою жизнь на самотек опускают. Угу. Потому что они не совсем имеют права похищать всех подряд. Ну, те, кто опустил руки и не занимаются собой и своим развитием. Которые вообще пустили на самотек, считают жизнь как ничто. Ну, взрослые люди, я понимаю, а дети почему-то. Ну, это преступление. Сильнейшее преступление. Ну, потом зададим вопросы в полицию, может быть. Хорошо, еще такая, сейчас у тебя пошла информация, чем там занимаются рептилоиды, какие исследования они проводят, для чего это. Пошла четкая информация. Генетические лаборатории. Лаборатории по управлению сознанием человека. Угу. Лаборатории по изменению ДНК человека. Лаборатории по внедрению в ДНК человека изменения структуры. Лаборатория по чипированию человечества. Всего по вживлению имплантов. Для дальнейшего управления людьми. Инородных тел. Это все идут подразделения лаборатории. Угу. Как можно противостоять их воздействию? Как можно блокировать их воздействие? Для простых людей на Земле. 1, 2, 3. Пошла информация. Человечество пока не готово к сопротивлению. Люди не понимают суть происходящего. Считают, что все идет должным образом. Не верят в другие миры. Космических существ. Думают, что они одни. Да. Но наступит тот момент, когда люди проснутся и противостоят. Наступает. Наступает. А через что, как они, через что они транслируют свои мысли вот эти все? Психотропные волны. Которые Луна испускает, это как передатчик Луна? Или... Да. А на Земле есть прием? На Луне. На Луне, да? Да. А на Земле есть приемник или человек сам принимает? Нет, сама частота человека.
Сама чистота человека, да? Вибрация. Угу. Вот эти вышки 5G, 4G, это все, ну, ни при чем здесь. Они, ну, как посредники стоят. Посредники, да? Да. Как тот же, ну, принимает и передает дальше. Преобразователи. Преобразователи, я понял. Да, они как принимают и дальше передают, да? Да, они как преобразователи. А если отключить эти вышки, человечество проснется, увидит этих сущностей? Или надо отключить, или надо отключить на Луне вот этот самый главный ретранслятор? Если отключить вышки, это тоже сыграет огромную роль. Но пока нет таких сил, которые это сделают. Вернее, возможности. Силы есть, возможности. Будем надеяться. Должно быть определенное количество людей. Эти люди смогут физически отключить эти вышки или своими энергиями заблокировать их? Заблокировать. Физическое применение здесь не нужно. Не нужно. Да, очень интересная информация. Хорошо. Что ты еще видишь? Ну, мы когда подлетали, там было светло, а потом начало тускнеть, темнеть. Угу. Сделай мне зрение. Зрение четкое и ясное, картинки четкие и ясные. Тебе идет ясная и четкая информация. Ты легко и просто ее можешь доносить. 1, 2, 3. Идет информация, наш корабль не видим. Замечательно. Но они по энергиям прочувствовали наше присутствие. Присутствие, да, чьё-то. Чьё-то присутствие. Хорошо. Мы тогда уходим оттуда. И они как в боевой режим перешли. Угу. Хорошо. Мы становимся полностью невидимыми. Надо уходить. Мы полностью невидимы в пространстве. И никто и ничто не чувствует. Надо уходить, Дима. И мы уходим в поток абсолюта. 1, 2, 3. Наш корабль переносит нас в поток абсолюта. В пространство чистейших энергий и вибраций. Я тебя услышу. Фу, у меня жаркие. Это просто они начали сильные эти. Обалдеть. Они как начали... Нас засекли, они начали стрелять лазерным оружием, конечно. Они нас не видят, но они запустили лазерное оружие полностью по всему периметру. Угу. Там серьезная охрана у них. Они нас, они считали по вибрациям. Угу. Именно по вибрациям, да? Ну, то, что там люди и дети, и именно биороботы, это, конечно, неожиданно. Похищенные, да. Ну, там такая атмосфера, там столько лабораторий. Там именно лаборатории по... Как нас изменить. Подчинить. Они под себя хотят, да? Как полностью. Нас подчинить, да. Там даже скрещивание полное идет. Человека с рептилией. Но там именно рептилоиды. Угу. Рептилии разных, то есть разных мастей. Ну, и ящеры, там, и рептилии. Там гуманоидов я не видела. Ни дракон, ну, короче, никого. Даже Грея в ней не видела. Рептилии. Они разные. Там рептилии от каких-то таких неуклюжих, похожих на... Ну, как, короче, совсем такие какие-то, как допотопные, до таких рептилий.
Которые уже на двух лапах ходят, да? Да, как похоже чем-то на человека. Но это, наверное, все-таки гибрид. Угу. Они смешаны с человечеством. Ну, рептилии, они же очень давно на планете Земля. Очень. Много миллионов лет уже там, или десятки миллионов лет уже там. Очень много.